Большой юбилей. 95 лет исполнилось старейшему и самому известному медику Верхневолжья, легенде тверской медицины, заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации, профессору Галине Васильевне Хамула. 27 ноября в Тверском государственном медицинском университете состоялся торжественный ученый совет по случаю юбилея. Репортаж прямо сейчас. Давайте поаплодируем. Только цветы и аплодисменты. И все для Галины Васильевны Хамула. Все медицинское сообщество собралось в медуниверситете, чтобы поздравить легенду отечественной медицины с юбилеем. Профессор стала основателем целого направления в современной молекулярной науке – регенерационной медицине, которая в последние годы получила всемирное признание, вызывает огромный интерес ученых во всем мире в самых разнообразных отраслях медицины. Когда мальчишка, я смотрел на вас, ну, юноши, студентам первого курса, я даже не мог представить, что наши судьбы во многом пересекутся. Просто не мог представить. Здоровья вам, счастья, всего самого хорошего. Вашу научную значимость вместе со всеми другими переоценить просто невозможно. И я очень счастлив, что хотя бы немножко, но находился хотя бы рядом с коридором, с этим началом этого большого дела, называемого регенеративная медицина. Весь трудовой путь Галины Хамула неразрывно связан с Тверским государственным медицинским университетом. Она работает в ВУЗе с первого дня его основания, начиная с 1954 года и до сегодняшнего времени, уже 65 лет. Ее смело можно назвать самым известным и уважаемым медиком Верхневолжья, учителем почти всех выпускников Тверского медицинского вуза, истинной легендой Тверского здравоохранения. Свой почтенный возраст Галина Васильевна никогда не скрывала. Главное, как отмечает юбилярша, любить жизнь и свою работу. Галина Васильевна – это пример для нас, для всех нашего вуза. Всю жизнь старалась хоть чуть-чуть походить на нее. И внешне она очень такая у нас женщина, симпатичная, аккуратная, строгая. И очень последовательный человек, большой ученый. В общем-то, это любимый наш преподаватель с детства. Однако в жизни Галины Васильевны есть особенный факт. Она была в числе тех знаменитых, смелых и прогрессивных ученых-биологов, которые отстояли в СССР право на изучение генетики. Она лично встречалась с агрономом и биологом-академиком Трофимом Лысенко, который категорически отвергал менделеевскую генетику и хромосомную теорию наследственности, чтобы вместе со своими единомышленниками убедить его снять запрет на развитие генетических исследований в нашей стране. И ее отчаянная попытка увенчалась успехом. Чувством огромной признательности я благодарю всех за прекрасный организованный праздник. Спасибо. Свой юбилей Галина Васильевна традиционно отметит дважды. Первый в стенах родного вуза, а второй уже в кругу близких и родных людей.